Ассаламу алейкум. На календаре четверг, 12 августа. Это четвертый день пребывания гостей из клуба «Арарат Армения» у нас в Чеченской Республике. Накануне мы анонсировали вам интересного гостя. Анонсировали? Получите. Это известный кикбоксер, звезда чеченского спорта, чемпион мира, обладатель кубка ISKA Турпал Такаев. Ассаламу алейкум, ребята. Добро пожаловать в Чечню. В общем, у меня, конечно, большого опыта по мастер-классам нету. Я за свою жизнь только 2-3 их давал. Но постараемся передать весь опыт сегодня вам. Ну, в общем, давно вы тренируетесь, ребят? Сколько лет? Лет 15? Или с 15 лет? 15 лет уже. Ну, у вас опыт, у самих уже опыт. Достижения? Чемпион Армении. Чемпион Армении. А в Европу, мир? Выступали еще? Да, Кади. А, Кади, нормально. У вас вопросы есть какие-нибудь? Начнем с этого лучше. У кого какие проблемы? Например, или мы делаем сегодня тренировку, или как бы хотите пообщаться? А, тренировку лучше? Я никогда в жизни не заморачивался там, вот эти вот длинные какие-то там 5-6 комбинаций, они не всегда проходят, и очень сильно устаешь от них. Вот. То, что в современных боях я вижу, что очень многие пропускают лоу-кики. Да, там, ну, один, два, как бы считают незначительно, там, заряжаются на удар, ждут, пока он ударился, да, когда человек бьет, он открывается. И очень многие ребята травмировались об меня так, и бой заканчивался техническим нокаутом из-за того, что вот, когда он меня бьет, я поднимал всего лишь в эту сторону блок, вот. И бывал такой момент, когда они были чуть выше, они попадали мне в эту сторону, ну вот под колено, да. Если в колено попадать, это будет, конечно, и мне больно. Но вот так сразу нога отключалась. Они уже как бы продолжать бой не могли. Соответственно, как бы если у вас не получается, есть проблема, что вы не можете защитить заднюю ногу, например, или внутреннюю лову левой ноги, правой, например, да, не успеваете поднять. Соответственно, просто левую подняли, и все, вы уже готовы атаковать. Вот такой один момент есть. Когда я только начинал, у меня дядька боксер, ну, достижений нет, но он очень хорошим боксером был. Из-за своей ленивости, в общем, не продолжил. Они меня очень сильно ругали, потому что не получалось у меня нокаутировать, у меня была бьющая правая. И как бы все знали, что если я попаду, то нокаутирую, но попасть я никак не мог. Вот, потому что правую руку всегда ее видно. Как бы ты ее не скрывал, там, я не знаю, ее всегда ожидаю, она чуть сзади находится, ее всегда видно. Тем более боковой. Все боковые видны там чисто на интуиции человека, да, там что-то приближается, уже начинаешь закрываться, как бы это все видно. Единственное, что не видно, это не видно джеб. Левая рука, левый прямой. Правый прямой тоже не видно, но это когда, как правило, это двойка. Я, например, ну, Муса не даст соврать. Ну, человек 8 я нокаутировал только одной левой рукой, просто джебом, навстречу. Потому что человек, когда тебя атакует, он заходит в левый, жестко, короче, когда встречаешь. Один, он однозначно, если вы посмотрите мои бои, их там около 20, сейчас 25 из последних боев, даже тех, кого я не нокаутировал левой рукой, они попадали в нокдаун. Потому что они уже не понимали, где надо, и ты правой рукой просто добиваешь. Вот. Я считаю, что если отработать достаточно хорошо свою левую руку, так, чтобы вы ее чувствовали точно так же, как чувствуете правую. Если вы левша, то, конечно, это правая. Правый прямой. Его заметить трудно. И вот одиночными ударами и постоянно не останавливать натиск. Все. Давайте сначала попробуем, наверное, защиты. Пробиваем лоу. Ну, вам лоу бьет, вы ставите защиту, да?
И также лоу слева, тоже с левой ногой, защиту под левую ногу, чтобы вам правую не пробили. Вообще, весь бой – это психология, на самом деле, все от головы, да? Мы тренируемся 5, 6, 10, 12 раундов мы делаем на тренировках, тренируемся. Но когда мы выходим на бой, у всех, даже в том числе я, да, когда я там делал 18 раундов спарринга, вообще просто убивали друг друга. Рамазан Рамазанов, Магомед Магомедов, Забит Самедов, этот, как его… Короче, много там ребят было именитых. Вот 18 раундов мы стояли. Без остановки, без передачи дрались, и через месяц выходили, ну там буквально через неделю, через две выходили на бой, три раунда, ноги забивают, ватные, ничего двигаться не можешь. Состояние, наверное, все знают, короче, когда думаешь, что происходит. Вот, это бывает у всех, это в большей степени от нашей психологии, короче, от наших мыслей. Ну, вот как я выхожу на бой, я понимаю, что я устану через раунд, неважно как. И даже на тренировках я всегда представляю себе вот свою усталость в бою, когда это вот, бывают моменты у вас, наверное, у многих было, да, когда вы очень сильно устали, должны продолжать, останавливаться не вариант, и вы понимаете, что вы как-то уже не тащите, да, вас бьют, а вы, в общем, у вас все ватное, в общем, вы устали. Соответственно, в этот момент вспоминаете на тренировках и психологически настраиваете себя вот сейчас каждый день до своего боя, да, заработать в этом состоянии, вспоминаете. И тогда, когда вы уже устанете, да, у вас для этого, для вас будет привычная форма уже. Для вас будет это, ну, как бы вы в этой ситуации уже бывали не раз, а каждый день. Соответственно, вы можете продолжать. Любой спец скажет, что нужно смотреть, вот нужно выбрать не то чтобы кумира, да, а вот человека, на кого бы вы хотели быть похожим, из спортсменов, да, там. Для меня это был когда-то Реми Боняски, Эрнесто Хуст. По большей части Эрнест Хост. Ну, лишних движений нету. Атака, лоу-кик закончил, короче. С лоу-кика начал, руками закончил. Все, больше ничего нету. Ну, мы тяжи, короче, там, да, там 2-3 удара максимум, то, что нам нужно. И кто кого перебьет. Или там обманет и выцепит. Все. Точно так же эту историю повторил Буакав. Да, говорят, что там мухачи, легкий вес, средний вес, там, двигаться. Да, надо, конечно, в какой-то степени двигаться, но у нас и так только 3 раунда. Времени нету, короче. Ты первый раунд выиграл, у тебя там чуть-чуть есть расслабиться на втором, и то в концовку второго ты должен забрать, а в третьем ты вообще должен убиться, короче говоря, забрать третий по-любому. Соответственно, точные попадания, жесткие попадания должны быть, потому что легкие вот эти вот, ну, по судье, я сам был среди судей в Казахстане, ну, это не считаю даже. Вот, я не знаю, два человека там, это 3 раза ему лоу-кик вот так там на отходах ударил, а один, короче, с разбега один, короче, ударил. Посчитает ему больше, да, предпочтение дадут, а не тому, кто там на отходах бил. Соответственно, желаю вам, советую вам посмотреть Буакава, потом этот Энди Сауэр. У них нет никаких, короче говоря, лишних движений. Там, да, двигаются, уходят, там нас максимум там не могут один шаг назад сделать, да, и потом через комбинации, в общем, догоняют. Сейчас... Ну, я думаю, лучше одеть перчатки, так как я, наверное, только посмотрим, постараемся побить жесткий левый прямой. Вот, одеваем перчатки. С техникой у вас за 15 лет, я думаю, все хорошо. Главное – поверить в свой удар. Вот, если будете верить, будет удар, короче. Очень много людей сомневаются. Вот, даже 10 лет занимаюсь, 12, вот, мои друзья, например, да, всю жизнь. Боятся там пропустить. Ну, мы и так каждый день. Ну, на тренировках же вы не боитесь пропускать. А? Вы же каждый день рубитесь, короче, пропускаете. То же самое будет с вами в бою. Ни больше, ни меньше. Бояться не нужно. Так, показываю. Однажды я травмировал правую руку. Это когда мне дядька, я вам рассказывал, говорил, что левую не видно. Это когда я начал ее тренировать. Потом я сломал правую руку. И последующие где-то 4 месяца, я не помню, 5 месяцев работал только левой рукой. После чего у меня сейчас, смешно даже, я сам правша, но у меня левая намного сильнее даже, вот по показателям, когда бывает, на 200-250 килограмм у меня левая рука больше бьет, чем правая. Тем более, ну, хотя я считаю, что я правша, и у меня правая бьющая. Главное, точность в этом деле, короче, силы у всех есть, но главное попасть в подбородок, да?
Ничего не делайте лишнего, просто сделайте инициацию определенной ситуации. Вот человек стоит и идет на вас. Даже если не идет, просто стоит в защите и бьем. Главное представить. Момент, вот это поймать, вот, и скорость должна, и сила вот в один момент, понял? Скорость. Вот. Я руку это не забывай, закручивать, я знаю, что ты знаешь. Вроде стоял вот так вот, чуть-чуть голова полетела, то уже непонятно, как стоишь, короче. Потом уже, чтобы собраться, нужно там 2 шага, 3 шага сделать, прицелиться. Это много времени уходит. Соответственно, ну, дальше это уже классика, короче говоря, левые попали, я добиваю всегда правым прямым, потому что его точно так же не видно, и защиту всегда можно пробить, короче. Боковые, да, можно бить, но это такой момент, когда очень сложно, это, знаете, это вот у меня всю же, кто бы как ни говорил там, у меня всегда или-или. Во-первых, когда я это делал, вот именно в рубку, да, у меня там 95% все бои рубкой заканчиваются. Когда я это делал, я рисковал. И это был такой момент уже, когда я сам себе говорил, так, или он, или ты, короче говоря, все, пошло, короче. Все, уже потому что понимаешь, что уже дальше тебе не хватает ни техники. Бывали, вот был голландец, Томас, короче, Меланика, тоже есть бой, посмотрите. Он мне правым прямым, вот этим, короче, я ему бил левый, то, что я, да, пытался пробить, он шаг назад и... Короче, правым прямым меня бил. Он доставал 7-8 боев. Он мне, короче, 2 раза, я не знаю, звездочки я ловил. У меня глаз закрылся, я не знаю, после этого месяц, короче, я не видел этим глазом. Это бывает вот... Почему? Потому что они под меня подготовились, да? Они знали, что я бью левый прямой, и вся моя комбинация начинается слева. Ну и был момент, когда я его опять в очередной раз в углу зажал, хотя там тоже много ошибок допустил, но это была уже чисто агрессия, эмоции. Вам ни с такого делать не советую. Даже там я пропустил прям прямой, короче говоря, на шею аж развернул. Но там поймал боковым. Боковой всегда видно. И защититься от него очень легко. Вот, например, я как бы не бил, все, короче, понимаешь, я могу бить там 2-3 часа, даже вот я тяж, да, там 115 килограмм сейчас вешу. Он 70 килограмм. Даже если я буду его со всей силы бить, я там закончу через 45 секунд, у меня уже больше силы. Вот главное перетерпеть 45 секунд, да, даже против тяжа. У меня через 45 секунд, через минуту удар уже больше не будет, не повторяю, такой силы не будет. Уже там уже можешь расслабиться, короче, немножко. Только такие вещи есть, которые умею делать. Там руку убрал, чуть-чуть засадил здесь, там отсюда руку убрал, вот. Короче, это я в боксе научился, когда в бокс перешел. Короче, вот этот сюда тянете, вот по печени, да? Но в кикбоксинге такое не пройдет. Почему? Потому что там есть колено, есть захват. Там сразу переведут, короче, в клинч. Соответственно, вот я бью уже, вот, вроде он хотел защититься, да? Вот, но он как бы, рука проходит, она проходит. Даже сильно, видишь, вот здесь окно есть. Я сильно ударю, он закроет, какую-то часть смягчит, но она пройдет. Не сейчас... Ну, в какие-то моменты. Не всегда получится делать фронтальную стройку. Ну, например, даже вынудить. Часто бывает как. По печени, когда я бил. Бил в голову. Раз, в два, особенно вот в лоб, чтобы вот голшая постоянно прыгал. Раз, жестко засело, два. Там 3 ударил. Ты понимаешь, что ты все удары сделал, но ты в этот момент печень бережешь, короче. Ну, следишь. Каждый раз, когда он только руку поднял по печени, да, там, в живот, лоб. Обязательно сделайте себе в привычку 2 удара рукой, ногой заканчивайте. Если начали ногой, что не советую, потому что когда бьет человек ногой, всегда, короче, открывается. Там. На колени всегда я отвечал тоже рукой прямой, например, когда если не слишком длинный, высокий, коленом когда бьет, там сам закрываешь и как бы ему все равно бьешь. Потому по-другому он тебе сделает раз, два, пошел там, знаешь. Самое опасное, можешь подпрыгнуть и ножницы сделать. Мне их тоже, кстати, попадали, короче, сволочь.
справа сюда. Но чуть-чуть черканули, короче. Соответственно, я говорю, вот, сделайте акцент прямые. Все мы бьем боковые, потому что почему? Легче, не устаем, не так сильно забиваются. Даже когда ты устал, боковые бить получается всегда. Эти боковые от вас никуда не уйдут. Главное, болтаните, короче говоря, там, я не знаю, прямым прямым. Постарайтесь поймать сначала. Теперь бьем левую также, левую прямой. Добавим правую прямую, тоже жестко. Или, например, левый. Так, да. Левый прямой, правый жесткий. Или левый прямой. Короче говоря, правый лоу-кик. Короче, как-то так. Но удар надо вкладываться. Это я еще не в форме просто. Встали, жестко ударили, жестко всадили, короче. Но надо понимать одно, нужно бить тогда, когда он не будет ставить защиту. Соответственно, защиту он не будет ставить тогда, когда вы ударили ему левой. Так ногу будет видно, соответственно, поставить. Один-два раза вот так вот в блок ударишь, больше никогда не захочешь бить. Давайте попробуем. Помните, еще раз. Ударил? Ударил? Турпал, ты сказал, что это у тебя вроде первый опыт подобных проведения тренировок, да? Мастер-класс, там все дела. Каково это? Как, на твой взгляд, так все вышло? Для меня, конечно, сегодня было не совсем понятно, вот с чего начать, как бы, или сделать полноценную тренировку, или как бы есть много психологических моментов, да, смотря, в моем понимании, мастер-класс, это как бы передать опыт, да, там, здесь больше надо как-то что-то рассказать и примером показать. Вот, соответственно, я проводил мастер-класс, это было 2 или 3 раза максимум, но это была такая обстановка, где как бы все в основном друзья, как бы знакомые, там немножко по-другому. Тут ребята уже с опытом, тут есть ребята, которые 10-15 лет уже тренируются, им-то уже мало чем подскажешь, поможешь. Ну, максимум как бы свой опыт и свои наблюдения, да, которые там развил за 15 лет, вот так. И на что ты сделал акцент сегодня на тренировке? Я сегодня сделал акцент на жесткость проведения боев, вот именно как вести себя в бою, да. Ну, как бы не то чтобы через комбинации, а вот более такая узкая работа. Как говорил мой дядька, меньше танцев, больше боя. Вот как-то так. Ну, упор на жесткую контратаку и на жесткую атаку. Вот такие вот. Наверняка ребята переживают, хотят показать себя на лучшем свете уже на турнире, я имею в виду. Как можешь замотивировать, какие-то слова мотивирующие сказать? Я скажу, не знаю, насколько это будет мотивирующее, а как бы в бою будет получаться только то, что вы делаете на тренировках. Вот. Если вы на тренировках отрабатываете там 5 раундов или 10 раундов и делаете спарринги, вы можете быть уверенными, что вы как бы 3 раунда продержитесь, и вы не будете уставать. Если вы жестко, ну, определенной комбинации у вас получается там плюс-минус провести против разных 5 спортсменов, да, там, с кем вы тренируетесь, ты можешь быть уверен, что у тебя это и в бою получится. А очень многие начинают, ну, молодежь, как бы, которая опыта не имеет, они уже на ринге как бы придумывают разные ситуации. Такое тоже, конечно, бывает, когда нужно импровизировать, потому что иногда бывает, ты пропустил удар. Вроде бы тебя должны посчитать, ты хочешь, чтобы не показать, чтобы судья этого не увидел, чтобы тебе, да, там, да, минус 3 балла тебе не дали. Или как бы весь раунд не вычеркнули. И в этот момент как-то приходится преимпровизировать. Это уже отдельная тема. А так нужно все делать на тренировках и на бой выходить максимально готовыми. У самого как сейчас, скажи, продвигается карьера? Ты вроде в боксе хочешь попробовать себя. Как это все вышло? Ну, это был немножко секрет. Не то, чтобы секрет, я как бы не афишировал. Сейчас ведем тренировки и подготовку, да. Будет там тестовых там пару боев, плюс на тренировках сейчас меня смотрят там тренера. Как бы мне вообще на самом деле еще в 2007 году предлагали вариант перейти, короче, в бокс. Но тогда я был такой патриотом спорта своего, скажем, и как бы не стал менять. А вообще всегда сопровождались предложениями как бы перейти в бокс. Но сейчас-то я уже, конечно, в возрасте, мне уже 36 лет. Хотя в мировом рейтинге там только 13 человек, 14 человек, что ли, там старше 30, ну, точнее, вот 33 года, да, там, а 32, там, 33 лет. Все остальные 44-46, так что, как говорят, еще у меня еще 10 лет. Все впереди, да, получается.
вечерней части сегодняшнего дня спортсмены клубов «Ахмат» и «Арарат» сойдутся на киберфутбольном пространстве. Они будут выяснять, кто из них лучше играет в футбольный симулятор FIFA 21. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Гол в первом матче 4-0 ваш. Да, вот эти очки удержал. Выиграл, да? Да, выиграл. Получается, наша команда ведет. Идем дальше. Да, команда выиграла, получается. Да, да, да. 4-0. Надеюсь, всем понравилось.